На севере столицы построят гостиничный комплекс с апартаментами. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Агентство новостей «Москва» по данным пресс-службы Мосгостройнадзора сообщает, что до 2022 года на севере столицы построят гостиничный комплекс с апартаментами. Гостиницу возведут за счет инвестора на улице Первая Магистральная. В здании будет 22 этажа. В комплексе создадут 520 апартаментов различных планировок. На первых этажах разместятся кофейня, аптечный пункт, магазин сувениров, помещение административно-делового назначения, вестибюль с постом охраны и помещение для обслуживания апартаментов. За счет планировки здания будут разделены жилая и нежилая части. Подземный паркинг будет рассчитан на 72 места. Также проведут работы по благоустройству территории. На этом у меня все. Следите за новостями из жизни столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!